Странные лайфхаки, которые ты никогда не видел. Если тебе жалко выбрасывать старые джинсы, то ты можешь использовать их, чтобы покрыть лестничные ступеньки. А этот парень использовал старый телевизор, чтобы сделать журнальный столик. По-моему, это неплохая идея. А что если поместить приставку прямо в арбуз? По-моему, этому парню очень даже удобно. Если ты вдруг очень часто теряешь пульт от телевизора, то ты можешь сделать вот такое вот приспособление. Теперь найти его не будет проблемой. А если вдруг у тебя есть лишний матрас, то ты можешь использовать его в качестве двери.